Буду снимать. Я сказала, буду снимать. Ты куда вообще уперлась? От меня. Скучаю ведь я по тебе. Скучаю. Ну, наконец-таки. Тут мой друг меня встречает. Ну, конечно. Давай, раздери мне колготки. Давай, давай. Или Рой, бог мой. Пошли, Рой. Встретил, да? Надо пописать на машину для счастья. Ну, конечно. Везла. Нет, меня да ничего у тебя тут. Ну, прищ. Подарочек на Туськин. Я у Владика спросила, говорю, Владик, может тебя поснимать? Он говорит, это как? Говорит, вообще. Смотрите, кто у нас тут. 15 клёвых людей. Вот в такой обстановке мне намного больше нравится с 15 клёвыми ребятами. Не видно. Да не видно синяк. Ой, Наташка. Это мои баночки. Кому что, кому косметика, кому туфли. А Наташке надо помидоры закрыточки выращивать. Закрыточки мои. Нифига себе. Где вы теперь живете? Есть рядом спортивный клуб? У меня теперь спортивный клуб прямо в доме. Скоро будешь страшно худая и страшно красивая. Так, равенство семьи Натальи Варвиной. Муж. И бедная Наташенька. У вас равенство? Да. Да, мало, конечно, обуви. Ну, надо, надо. Мне все надо. Чуть-чуть косметики. Немножко. Ну, чуть-чуть. Там еще пару чуть-чуть есть. Ну, чуть-чуть косметики, Наташки. Краситься нечем. Вообще, и умываться нечем. Тут у них какой-то Нью-Йорк тут все. А это санузел еще один. Хозяйский. Красивая плитка. Наташка. Класс. Матрас из труб. Ну, здесь будет что стоять? Здесь кровать будет стоять с тумбочками. Это наша спальня. Это Лешина гардеробная. Ага. Такая. Ага. А там наверху банья будет гардеробная. Класс. Мало. Заходи, покупай, Наташка Варвина, вещи. Ой, мало. Нечем Наташ, носить. У тебя что, распродажа тут, не пойму? Нечем носить. Осень-зима? Осень-зима. Да. Это что такое вообще? Вот так. Это будет моя гардеробная. Еще одна? Ну, это же сейчас просто стоит пока шкаф. А я думала, так будет. Вот моя гардеробная будет. Здесь прям будут шкафы, вот так. Чик, чик. Боже мой. Это что такое? Это что такое тут? Так вот ты где все время пропадала. Ты подворовывала где-то, ходила. Так ты где это все взяла? Ищем Манола, Манола. Манола. Этой мелкой Сары Джессики. По Паркерше это. Манола, Манола. Марни. Что, пошли? Да мне вон больше тебе интересно, расскажи. Хочу похвалить и оценить вкус этих божественных огурцов. Своими ручками золотыми закрывала. Молодец, подружка. Горжусь. Оцениваешь? Да, тоже хочет. Кто ко мне приехал с подарочком. Сейчас будем разворачивать, смотреть, что здесь. Ой, да так красивенько, так. Миленько. Так, миленько. Друженька знает, какой у меня вкус, знает, чем меня порадовать. А я очень восхищена в этой кухне. Это просто вообще такой любимый стиль. Все беленькое из дерева. Моя рыбка. Так, что ты говоришь? Так я хочу сказать, что кухня в доме – это сердце. И вот здесь сердце такое же светлое, чистое. Поднимем бокал за сердце этого дома, за Лешу.